Квартирный вопрос по-осетински или как решают проблему жилья в правительстве Кокоэты? В Цхинвале решили заселить осетинские семьи в дома этнических грузин. О законе об урегулировании некоторых земельных отношений и акции протеста тех, кто остался без жилья, в сюжете Кристины Георгобиани. Закон цхинвальских властей, нарушающий международное право. Сепаратистский парламент принял закон об урегулировании некоторых земельных отношений. 10 марта на расширенном заседании вице-спикер Мира Цховребова решительно потребовала максимально ускорить его выполнение и упростить процесс передачи имущества грузин осетинскому населению. Никто не имел права этим заниматься. Ну, это очередной ход такой цхинвальских властей. Они решили с больной головы свалить на здоровую, потому что сами не смогли обеспечить этих людей жильем, и вот решили направить их усилия в другую сторону. Ну, конечно, придет время, и у всех спросят, почему они вселились в грузинские дома. Деньги, выделенные Москвой для пострадавших в результате августовского конфликта, до адресата не дошли. Обещания Кокоэты радикально улучшить социально-экономическое положение граждан так и остались обещаниями. По мнению главы администрации Южной Осетии, средства, поступающие из Кремля, не освоены, а люди вторую зиму провели на улице в палатках. Они в ожидании жилья, а решить квартирный вопрос все никак не удается. Перспективы на комфорт и быт у населения нет в будущем, поэтому Кокоэты приходится выкручиваться. Этим они в любом случае не компенсируют то, что было сделано, то, что было разрушено, и люди, которые сегодня нуждаются в улучшении своих жилищных условий, которые сегодня еще по программам, которые утвердила Москва и должны были выделить по этим программам деньги. Эти деньги в любом случае пока что не освоены, они будут осваиваться до тех пор, пока конкретные организации не выиграют тендера, не приступят к своей работе, и это еще одну зиму могут быть не успеют. После того, как стало ясно, что проекты по восстановлению региона растянутся еще не на один год, местные власти обвинили Министерство регионального развития России в затягивании процесса перечисления денег. После сурового ответа Москвы обвинения были переадресованы строительным компаниям. Они получили выговор за низкое качество строительных работ и искусственно завышенные затраты. Взаимные обвинения результата не дали. Чтобы успокоить возмущенное население, сепаратистский режим нашел простой выход и пообещал многодетным семьям и семьям защитников Родины приватизировать принадлежащие грузинам дома. В Цхинвале уже планировалось проведение митинга на тему восстановления разрушенного жилья и защиты конституционных прав граждан Южной Осетии. Однако запланированная на 20 марта акция протеста не состоится. Разрешение властей на санкционированное сборище получить не удалось. Властям этот митинг очень не нравился. По местному телевидению выступил некий Лохош, заявил, что оппозиция – это враги. Нас слишком мало, мы не можем себе позволить внутриосетинские разборки. Поэтому Григорий Засухов, вот лично я его за это сильно уважаю, вчера объявил о том, что митинг по его инициативе не состоится. Россия платит очень щедро, но местные чиновники очень круто воруют, и поэтому процесс восстановления не идет. Еще одна интересная деталь. Некий Зураб Кабисов, заведующий восстановлением домов в Цхинвальском регионе, предложил правительству не заниматься решением жилищных проблем тех, кто критикует власть. Наверху идею поддержали. Именно поэтому на митинге собрались выступить с требованием защиты конституционных прав граждан. По мнению экспертов, акция протеста все равно пройдет. С разрешения властей или без него. Жить без крыши над головой люди долго не смогут.